Так, ты должен отдохнуть, я думаю. У нас тут есть эффект slow motion, который позволяет нам более-менее уворачиваться еще от патронов. Значит, будет совсем тяжко. Оп. А так бы я поймал, думаю, пулю уже. Так, минус два. Вот и все. Чувачок отдыхает. Так, уровень мы прошли. Так, за сколько? За 30 секунд. За 30 секунд, что? А, это пройти надо. Уровень за 30 секунд, тогда мы получим звезду. Пройти без слоу-моушена. Тоже звездочку получаем. И пройти. Как-то пройти уровень, там что-то с врагами, так я не понял. Погнали дальше. Так, второй уровень у нас пошел. Спокойной ночи. Так, ты тоже отдохни. Чувак с винчом. Я думаю, дробу мы заберем. Так, этого подождем, наверное. Сейчас он подойдет поближе. Спокойно. Так, 2х. Ох, бля, тихо. Калашников. Вопросы решать по-другому. Отлично. Минус. Так, калаш забирай. Так, одного уработали. Еще один. Все, минус два. Так, пройдено. Опять нам не дают звезд. Так, мы уже в каких-то духах, скорее всего, да? Так, отдыхай. Так, попал вроде, да. Есть, задел. Чирк был, как говорится. Бэмс. Так, забираем этот дробовик. Минус два сразу. Есть. Так, теперь, я думаю, обойдем. Фишка что в том, что тут еще нельзя-то умрешь, короче, и заново все, все заново. Поэтому это только заставляет, наверное, действовать аккуратно. Много нюансов. Простреливаются стены, все. Бах, все, это был последний. Так, сколько мы подряд пошли? Уже три, наверное. Друзья, увидимся уже с вами в следующей серии. Всем спасибочки, пока-пока.